Один из самых известных китайских брендов Chang'an Auto появился на западе страны. В уральском автосалоне «Уралкров Автоплюс» открылся дилерский центр вышеупомянутой компании. В этот же день состоялась и презентация новых моделей китайской фирмы. Они уже доступны для покупки за наличку или в кредит. Вот они, автомобили-красавцы, покорители городских дорог. Обновленный CS-35+ и совершенно новый CS-55+. Обе модели придерживаются, так сказать, семейных взглядов. Оттого они вместительны, комфортны, функциональны и безопасны. Привлекателен и дизайн этих машин. Он выполнен в несколько футуристичном, при этом минималистичном стиле. Словом, это красиво и нет ничего лишнего. Еще одним приятным фактором для покупки этих авто, конечно, является цена. То есть вы можете прийти в салон, посмотреть, пройти тест-драйв на этих автомобилях и уже здесь оформиться либо наличными, либо за кредит. К слову, дилерский центр Chang'an Auto, открывшийся в Уральске, стал первым на западе нашей страны. Бренд из Китая широко известен во всем мире и теперь покоряет Казахстан. При этом залогом качества данных авто является не только популярность, но и история компании. Она основана в далеком 1862 году и уже не одно десятилетие занимает ведущие места по продажам своей продукции. В Китае это считается самый безопасный автомобиль на рынке, внутреннем рынке Китая. Соответственно, мы сейчас заводим на рынок Казахстана 4 модели. В дальнейшем мы также будем расширять модельную линейку в Казахстан. И у нас в ближайшее время запланировано на следующий год очень большой объем продаж. 8 тысяч автомобилей мы планируем продать в 2023 году. И через 2 года у нас в городе Алматы будет построен новый автомобильный завод, в котором будет локализовано 3 модели. Это один седан и 2 кроссовера. Стоит отметить, что помимо реализации авто в дилерском центре также будут доступны сервисное обслуживание и продажа запасных частей. Алексей Кочемасов, Асламбек Саламатов, Айдос Кисимов, телеканал Акжаик.